Люди, которые прожили в городе, в основном это центральная часть, коренное население Новороссийска, к сожалению, на сегодняшний день пока не получают круглосуточного водоснабжения. Ну, не хотелось бы мне забегать вперед, но на сегодняшний момент мы ведем определенные работы для сокращения именно третьей зоны, она у нас называется третья зона. Часть зоны будем переключать на ТГВ, то есть вода будет ТГВ, тем самым мы сократим объем воды и сможем дать круглосуточное водоснабжение полностью всей зоны. Планируем мы эти работы. К сожалению, то у нас, то праздники, то ЕГЭ, нельзя отключать воду, то еще что-то. Но а такие масштабные работы без отключения воды, естественно, ну, невозможно сделать, потому что необходимо довольно-таки много поменять запорные арматуры для того, чтобы пустить воду в другом направлении. Планируем, конечно, будем стараться к середине августа это все-таки сделать.